Время золото, но никакого золота тебе не хватит, чтобы купить время. И если человек долго поднимался по чужой лестнице, то прежде чем найти свою, ему нужно спуститься. Будьте внимательны к своим мыслям, они – начало поступков. Друга без изъяна не бывает. Если будешь искать изъян, останешься без друга. Быть спокойным, непринужденным и великодушным – это лекарство. Ты сказал, и я поверил. Ты повторил, и я засомневался. Ты стал настаивать, и я понял, что ты лжешь. Когда я освобождаюсь от того, кто я есть, я становлюсь тем, кем могу быть. Если ты споткнулся и упал, это еще не значит, что ты идешь не туда. Кто думает, что постиг все, тот ничего не знает. Мудрый смело исправляет свои ошибки, а глупый боится признать свои недостатки. Природа никогда не спешит, но всегда успевает. У тех, кто способен краснеть, не может быть черного сердца. Когда вы поймете, что вам не на что жаловаться, вам будет принадлежать весь мир. Искушение сдаться будет особенно сильным незадолго до победы. Кто много говорит, тот часто терпит неудачу. Умеющий управлять другими силен, но умеющий владеть собой еще сильнее. Никогда не осуждайте человека, пока не пройдете долгий путь в его ботинках. Путь в тысячу ли начинается с первого шага. Если вы находитесь в депрессии, значит вы живете прошлым. Если вы встревожены, значит вы живете будущим. Если вы в состоянии мира, значит вы живете настоящим. Когда множатся законы и приказы, растет число воров и разбойников. Лучше быть мягким снаружи и твердым внутри, чем твердым снаружи и мягким внутри. Не бойся, что не знаешь, бойся, что не учишься. Твой дом там, где спокойны твои мысли. Учителя только открывают двери. Дальше вы идете сами. Если вы измеряете свой успех мерой чужих похвал и порицаний, ваша тревога будет бесконечной. Лучшее время, чтобы посадить дерево, было 20 лет назад. Следующее лучшее время – сегодня. Не говорите, если это не изменит тишину к лучшему. Тот, кто не выносит мелких проблем, никогда не закончит ничего великого. Я всегда могу возвыситься над оскорбившими меня, простив их.
Оттого народ голодает, что слишком велики и тяжелы государственные налоги. Именно это причина бедствий народа. Воздержание – это первая ступень добродетели, которая и есть начало нравственного совершенства. Если кто-то причинил тебе зло, не мсти. Сядь на берегу реки, и вскоре ты увидишь, как мимо тебя проплывает труп твоего врага. Когда народ много знает, им трудно управлять. Между тобой и другим человеком всегда ровно 10 шагов. Если ты прошел свои 5 и тебя никто не встретил, разворачивайся и уходи. Никто не возвращается из путешествий таким, каким он был раньше. Вами управляет тот, кто вас злит. Сильный преодолеет преграду, мудрый — весь путь. Отпустите, и все получится. Мир побеждают те, кто позволяет ему быть. Если вы пытаетесь изменить мир, он останется непобедимым.